И я на воле с чистой совестью решил зажить честной жизнью. Наладить отношения с дочерью. Заняться бизнесом. Заняться бизнесом, зажить честной жизнью. Одновременно, в России. Я с вами. Вы будете типа моим сенсеем. Я тут подумала, ну куда ты без хакера? Едем. За баблом. Картина номер один. 54-й год. Холст, масло. Стоимость. 80 миллионов евро. Самый реалистичный план предложила Елен. Но только где нам взять? Там. Действовать бесшумно и аккуратно, слушать мои инструкции. В эфире не выражаться, 12+, я все-таки ребенок. 12+. Привет. У тебя считалка? Нет, я скоро. Артемий, вы к кому обращаетесь? Я скоро. К Боженьке, наверное. Вы что, вы задумали? Они думают, что мы не можем быть настолько идиотами. А мы можем. Ваш план был хорош, если бы не женщина.